говорил, типа, go skype, я сказал, что сейчас не могу. Ну, у меня этот, а, Дарксир уже пикнули. То есть он за Дарксира в лес не пойдет. Берите другого какого-нибудь снука. Можно я возьму рандом? Тебе, блядь, ничего нельзя. Ну, давай, посоветуй мне, кого взять. У тебя мозга нет, блядь, что? Нет, просто я спрашиваю. Ну, тогда нет, возьми, наверное, какого-нибудь лесника ебаного, Фуриона своего возьми. Не хочу Фуриона. Ну и нахуй иди тогда, сука. Посоветуй, кого взять, нахуй, но я не буду слушать твои советы и скажи, что я не хочу. Он, походу, у нас Магнус фармить хочет. Я в лес иду, мне все пофиг. Хочешь, не запрыгай. Сейчас я ему скажу, чтобы он мид шел. Мне похуй, да. Я иду в сложный. Да, у нас Магнус на мид пойдет. А, как всегда, у нас курьер с меня. В общем-то, нам там пишут. Тинкер, лучший выбор был, Тинкер. Тинкер хочет мид. Ну пусть идет. Так, Магнус на мид. Соло-бот, то есть нам в сложную идти. Круто. Мне похуй, ты знаешь, где бот находится? Ну, блин, я как всегда туплю. Я уже переиграл в эту доту. Это не дота, это английский язык. Мы тогда с Магнусом пойдем. О, у них ПЛ, да что ж такое-то? Ну что, готовьте жопы к поражению. Сейчас он нафармит и убьет нас. Я вас выебу, если вы его контрить не будете в трипле. Какой трипле еще? Нет у нас какой триплы. Хуюрион, тогда я Фуриона выебу, если он не будет прилетать и лянгать. Когда я ему скажу, блять. Уже боюсь. Ну, до третьего левела можешь меня не звать. Ну, Магнус фармить будет. Учитывая, как ты качаешься, блять, третий левел 30%. У тебя будет. Ну да, я лучше тебя за Фуриона качаюсь. За Фуриона, блять. Но это не значит, что, хорошо. Потому что я за Фуриона играю в Фуриона. У тебя реклама на стриме, что ли, есть? Не знаю, наверное. Я смотрю рекламу сейчас какого-то говна. Выключи ее нафиг. Это стрим, это не реклама. И зачем? Что значит выключил? Как я, блядь, включил? У меня нет партнерки. Если бы была партнерка, сука, я бы, блядь, рекламу ставил каждые 10 секунд вам. Трехминутную. А, вот теперь. Ой, да иди нахуй. У тебя реклама есть, прикинь. Ой. Еще и Леон тут у меня, блядь. А, круто, у них... У тебя трипла, что ли? Да, чувак. Трипла. Не повезло. Я даже второй не получил еще. Ну, тебе будет легче качаться, наверное. Банутый, что ли? Я уже проебал, блядь, танго и фласку, сука. Сейчас ты прилетишь и дашь мне новый. Алло. Мне даже второго уровня еще нет. Мне плохо. Мне тоже. Хуягер. Не понял. Это он про кого? Я откуда знаю? Твой же друг. Ну, я не сказал, что я его всегда понимаю. Что он хочет, что за хуягер? Зачем он в чат хуягер написал? Ну, может, немножечко ошибся с чатом. Они разные тоже уже вторые, да? Блять, у них один отводит. А ты как хотел. Сука, даже зафармить не дали. Ну да, конечно, как всегда, на меня какой-то бомжикрип сагрится, блин, и все испортит. Так везет. Чего лишь маркер, сука. Да, сука, как я тебя не добил.
Просто посмотри на него. Варды покупают, я умираю. Они покупают варды? Не знаю, но купит, я умру. О, да, конечно, согритесь еще тут на меня. А ты уверен, если мы прилетим, то мы убьем? То есть если я прилечу? Можешь нахуй идти. Нет, ты реально скажи, ты уверен, что мы их убьем? С тобой я ни в чем не уверен, так что иди нахуй просто, блять, на фарме себе что-нибудь в лесу и не въебывайся. Хорошо. У тебя есть СС, кстати? Наверное. Ну да, конечно, как же катапульте не согреться на меня. Вот реально, нам бы Дарксир купи точно. Купи мне танго. Танго, окей. Да не ты, блять, Андайн. Я уже купил. И Андайнг может тоже купить. Я и убрал стрелка. Это последнее, что я покупаю, потому что у меня ничего нету. У тебя не должно быть ничего, магу спарни. Вообще надо прекращать эту дурацкую традицию саппортить кого-то. Ну давай, буду сделай что-нибудь. Дура. Пошел отсюда, Арксир. О, я Тинкеру помог ФБ сделать. Я молодец. Вот это красавчик. Пришел, помог и ушел. Ушел отсюда. Нет. Ну хотя бы одного, блять, крипа из пачки побил. Хорошо, что он тут оставляет свои ебаные иллюзии. Вардов еще нет, пока об сервера. Купить могу. Надо? Да нахуй мне твои нужны, я тебе сказал, сука, фарми и все, блять. Я на лайне не насосу, блядь. Зачем он СС в общий чат пишет? Ну перепутал, что такое? Бывает, люди. Мне иногда кажется, что люди это намеренно пишут. Обмануть. Сука, маны нет, Леон всего засосу. Ну Леон просто подсказал Тинкеру, что некролита нет. То, что его нет, он на миду, и все. Этот тоже. Магнус в пике может хорошо сказаться, потому что это 50 доп урона. Да, охуенно. Аж 50 доп урона. Процентов. Я имел в виду. То есть нам предлагают... Заебал меня это уебок. Это. Просто по КД станет, сука. Он, блядь, не берет мана Бёрн на первом левеле, нахуй. Ну, а где ракеты? Где ракеты? Все хорошо. Тинкер пришел за гангл. Как он крипов стал? О! Это хорошо они сделали. Сейчас с томбой пропушим. Да что ты моргаешь? Ну, мне, сука, 200 голд привела. Не еби голову. Ёбай на мид и фарми. Жаукер? А, это тайгер. Не, ну реально, пришел за гангл, все, вали отсюда, ты тут не нужен совсем никому. У нас СС Дарксир. Не еби мозг, зай. Ну и что, что 1500?
Так, пойду-ка я погоняю Дарксира. Слишком уж он оборзел. Надо хоть какой-то сапожок хоть накопить себе. Было бы неплохо. Да блять, Дикеем промазал еще. И кому ты отдался там? Пришел Некролиту, сфидил. Сука, Биона мог сокрыться. Он в орды, походу, пошел обновлять. Биона сейчас. О, мана. Тинкер, блин. Тинкер слепой мудак. Скиллы КД, блин. Автоатака не судьба, да? Слушай, я, наверное, вот пойду замучу. Так, все. Ну чё, вивер, как фарм? 15 крипов, ПТшка скоро будет. Против трипы стоять не сахар. Я слышал. Ну этого уже ПТ аквила. Ну ему никто не мешает быть фарме. Ну он сейчас реально на фарме, ты все и тут. Если он там диффузан на какой-нибудь 10-й минуте будет, то это все ГГВ поливаем. О, ебать, нихуя себе. Еще чуть-чуть постоял бы, блять, на лайне. Не, диффуза не будет у него минут до 15. Он не то чтобы охуенный парень. Я просто тавр сейчас потеряю. У нас Дарксира нету. Нахуй ты ебаные спруты качаешь на 2, скажи мне, уебок, ты опять промазал, блять? В смысле? В прямом нахуй, они смысле? Прокачаны на 2. Какая разница, нахуй ты иди вообще их на 2, сука, качаешь, уёбок, фурион, блядь, профессиональный. Сука, блядь, нет, чтобы у телепорта КД срезать, он, блядь, будет спруты, нахуй, на полсекунды улучшать. Блин, опять отводы нужны. Попробуй башню сотянуть. Нахуй. А, от Пеппи, блядь, задинаешь, конечно. Да сука, блядь. Тебе Тинкер идет. Ну и чё, зачем, я не понимаю. Да не к тебе. Да я... Да нет, уже нет. Вопрос. О, да, конечно, согритесь тут еще, наверное. У меня только ПТшка. Втроем пришли. Я, может, пофармлю немножко. Ну блин, Магнус что-то сейчас. Нет, все четко уехал. Как же эти. Чего? Да его этот. А Йон Шилл так заебал. Стоит этот колобок, блин, у нас тут в сложный, блин, и быкует еще. Ну надо уже подраться хоть как-то с ним. У нас даггер есть у Магнуса. Молодец.
чего этого говна ебанул? Опаньки. Ёба, команы-то у тебя нету, пидорас такой. Давай, добей. Гандон ёбаный. Говна кусок, сука. Пэлла, сука, пикает и вообще не представляет, как нахуй кем играть. Говна вообще. Интересно, насколько у него прокачан этот? Я не знаю. Да у него маны вообще не было ни на чё, блять. Сука, у Магнуса ни ботла, нихуя нету, чтобы я попил. Это мало. Ну, честно, зачем ему боту? Его на линии никто не напрягал. Да нет, я хотел, чтобы он мне дал. Ну, это миссия же нет. Ой, я хоть что-то пофармлю на миду. Сука, сейчас какой-нибудь, блядь, Леон выйдет 6-го левела на О, да, конечно, расскажи мне. Леона на карте видно? Да, он на миду. Он на миду только что мне стан отвесил. И маны попытался отбить. Нет, конечно. Он 6-й? А смысл? Я сразу соул рип юзу и точно выживу. Сука. Ну, Леон 5-го уровня, какая ульта? Ага. Мне надо ждать 6-й, потому что у меня ТП, блядь, нет. Сука, ебанутый пришел, крипов за фарм пришел. С своим ебаными машинками ФПС не только просаживает. Еще немножко пофармим. Пэлла кто-нибудь видит? Нет. На миду не крачи ли он? Отлично. Пэл еще в леса вряд ли пошел фармить у него, блядь. У еще. Него маска уже есть, почему бы нет? Да, маловат левел. Он же тонкий. Ну то есть он через Владмир идет, да? Ну я видел у него маску. Ты стоишь с ним на линии, ты что, не чекаешь его закупом? Его нету на линии. Последний раз я его чекал, он, блядь, умер. От меня. Сейчас я тебе варфару, ну, сейчас поставлю. Ну вот он, видишь, у него масочка. Да, он во Владмир какой-то идет. Ой, бичь, ёбаный. Слушай, у меня есть инвиза, я могу подобрать. Оп, так вот сделаю. Он просто крылит, убил кинкера. Заливает. Все, и в инвиз нахуй. У меня есть еще просвета, если бы конет. Да, можно в любом случае убивать. Даже если он не бы конет, просто как только видишь его, сразу же ебашь. Ну сразу же у него маны, там. Потому что очень мало. Он от меня 3 копья запустил, блядь, и в инвиз ушел. Значит, у него маны на одну какую-нибудь билку есть. Я пойду за башней почекаю. Вон он, в лесу. Давай. Вон он, на следующий спаун пошел. Все, давай, ты уже вышел из инвиза. Бич, ебаный. Давай, догонишь? Конечно. Все хорошо. Я, правда, ульту въебал на него. Да нормально. Давай, эти крипов потанкую тут и за фарми. Так, крипа... О, этот, Куру отправил по тайной лавке, чтобы она... А че ты не отвел? Че ты не отвел? Ой-ой-ой, может, тут некролит пришел, чувак, можешь уходить оттуда, там некрач. У меня маны, да, всего на одну вторую. Сейчас. Ну я имею в виду, что кто-то мог еще выехать за нами. Сейчас мне пора принесет реген манки побольше. А у тебя нету ловить? Не, какой у меня, я че у меня? Я вообще ни одной крипа не ударил. Слушай, некролита убьем? Да, Магнус. У нас Магнус с даггером. Да. Блин, подожди, крипы. Ну тинкер у нас догонный будет. Королит под башней. Пройти упытал полу. Ёбаные машинки, сука. Бум. Вармпорт. Бум. Опять крипочка добил. Каким темпом какие-нибудь арканы соберу. Некролит ушел и теперь интересно отсюда. Фиг его знает. Я вот не уверен.
Ну, пока Магнус танчит, мы забираем башню. Подожди, от крипов отхилюсь. О, 100 хп поднял. Забрали? Да. Отлично. Смотрю. Через 400 Некролит. В лесу? Некролит. Да. Да-да, иду. Ха, ультанул, пидорас. Мне ставь фраг, все, не бей. Я тинкер добил. Я только там был поставил. Давай вот так вот сделаем. Ну, странно, и... я тебя залечил. Почему меня залечило? Видать, тинкера залечил. Нет, я соло рип на тебя нажал. Тебя должно было лечить. Нет, ты на тинкера нажал, он его полечил. Он просто во мне стоял. Он лазером даже крипов не может добить. Я автоатакой бью, блядь, добиваю больше, чем он. Блин, у меня томба 30 секунд еще когда. Не страшно. Ну без томба. Я за догоном, то есть видишь, насколько у нас крутой. Он меня с одного выстрела просто убьет. Ну, из двух-то можно было бы и нет. Давайте, наверное, бэк, я пойду арканы какие-нибудь дофармлю. Давай, я на мид пойду. Хоста. У кого там ботл есть? У Магнус пусть возьмет. Магнус реально тут быкует не по теме. Ой-ой-ой. Не знаю. Не Магнус РПшку в пустоту дал. Точнее, он как мог убить, зацепить, но оттуда ли он ушел. То есть вообще нет, никого не зацепил, да? Сейчас даже РПшки грибов не зафармишь, как раньше. Давай договоримся так. Я ничего не видел. В смысле? Не я что-то. Тинкер с бутылкой. Я, может, хосту заберу все-таки. Да, хосту забираю, иду в лес, дофармливаю арканы. Сейчас у меня только Леон волнует. Угу. Дарксир, Некролит. Здравствуйте, друзья. Пойду наверх фармить. Фура! Как дела? Хорошая дота? Нормально. Мидас, Орчит, вижу, собираешь против кого-то. Против, да. Наверное... Против Леона какого-нибудь нормально было бы. Против Даркс, у этого Паэла тоже неплохо. А все, у меня сейчас будет уже это, арканы. Только до базы сходить, порегениться и забрать. Да, Магнатавр, молодец, ушел, все. Магнатавр, Паэла... тебя Близзарды засудят, если ты Магнуса Магнатавром будешь называть. Ох уж эти Близзарды. Да, они такие. Он Тинкер тоже Тинкер. Интересуется. Фура, как фарм? Норм? Он ничего такого не сказал, что ты не гонишь, что ли. Ты бот? Ты бок? Ты в бот, смысле, ок. Ты идешь на низ, а в смысле ты бот. Как компьютер ёбаный. Да, сука, Тинкер, ты же видишь, что я здесь. Ты тупой вообще. Как этот, я не знаю кто. Тем не менее, у меня 2 килла. И 2 что? А у тебя, блять, арчит не собран еще. И чё? За 20 минут фуры в лесу, который, блять, ни разу никуда из леса не выходил. Ну да, ну, конечно. Да. Умный хер. А чё, ты гангл? Окей, смотри. Гангл? 0-1-4. Ну блин, у нас же 2 жестких пушера, это совсем... То есть совсем хорошо. Пролитик пришел. И оригены дубль 2. Тайер наш. Почему не могу оружие взять? А, все нормально. Я даже не знал, что в этом. Сибись отсюда, иди в лес. Нет. Мне кажется, пацаны на мид перетягиваются, потому что. Да, они все на миду, они идут за Т2 нашим. Слышь, ебло! Иди отсюда нахуй. Фура, иди регенси, сейчас надо будет повоевать. Угу. О-о-о-о. Падам-падам-пам. Пиу-пам.
Там не кролит. И Dark Sirius. Да мы сейчас это все. Да, у нас это убили. Мне 500 голды дали на кипер, что я пока не иду к вам. Ага, ага, давай, ультани в меня еще тут, ублюдок. Ну и все. Видишь, как легко все делается. Вижу. Ну, Тинкер сдох, это, конечно, совсем не айс. Давайте я по регенице пойду. Да, вы четверых убили, это вообще насрать бы на этого Тинкера. Ну, он просто там подставился жестко, так бы. Так бы вообще все норм было. Ну, капец, мы же сейчас бы убили этого. Ну, Магнус зря подставился, так как Дарксир сейчас его... А, Дарксир еще с мекой. Все просто отлично. Ну и кто тут нас не умеет играть? Ты? Ты? Ожидаемый ответ. Ебло, в следующий раз ты, блядь, против триплы нахуй стоять будешь своим курионом ебаным. Если будет. Тебя выебут просто. Ну да, конечно, тебя быстрее. Фура, ты можешь меня, блядь, пушить, иди с Тинкером. Ой, я с этим, с этим. Я Малевалянс. С Вивером. Да какой Малевалянс? У них минус 4, ты можешь пушить. Какой минус 4? У них один, блядь, мертв. Ну было минус. Было минус 4, я имею в виду. Сука, не дали 3 сотни до фарм дали. Так, сейчас лотар соберу. Тебе лотар, блин, не вижу вот там. Лотар, он, блядь, про света-то ни у кого нету, кроме прям меня, кто ж купит. Ты саппорт. Не мне ж покупать, правильно? Так... Даже саппорты иногда не покупают. Че уж тут говорить. Я не ёбну, бля. Ну еще ни у кого нет МКБ, не имеет смысла. Подойди сюда. 25 хп. Зарегенил нафиг. У меня это не плохо. Ну то тут соло рип очень быстро, 10 секунд КД всего. Слушай, ты там что-то в куру берешь. Подожди, я варды положу. Юзай на себя куру. Я просто варды сразу заложу в нее. Ну тут можно пушить пацанов. Крепучек. Есть. Ай-яй-яй, давай ко мне, кура. Нужны варды. Шо он говорит нам? Тауэр сносим. Ну а чё, зачем сюда еще пришли? Подавай, подавай, по-моему. Просветочка есть, да? Ну как нет? О, ебать, у пупных хп. А как он там оказался вообще такой хороший? Не знаю. Подам, подам, бам. Вау. Чё там было? Подожди, я вард поставлю сюда к ним, блядь. Ладно. Все. Сейчас я им тамбу туда позапихну. Что вот он потанчил. Ну пока их отвлекайте, я поднял башню. Я танкую, я танкую. Ебать. Охуенный реверс полярите, лучше просто. А вот как насчет такой просветочки ТПЛ? Охуенная нет. Просветочка, такой его там не было даже близко. Я по миду две башни пронес. Молодец. Сейчас мана будет. Мне хилочку дашь? Подожди, я вартом на хг запихну. Даже вот сюда. Сейчас. Вот куда. Ну я не знаю, что тут делать. Давай, наверное, бэк. Давай, бэк. То можно даже вот так вот. Вангвардик сейчас собрать.
сука, конечно же. Фугна так к моему варду подошел близко в упор. Реген внизу. Фурион, ты бы уходил оттуда, что ли? Я знаю. А вот так вот мы сделаем, слив бог. 25 хп. Круто зарегенил. А не говори. Мощь. Эй, что-то я зря это сделал. Ну ладно. Ой, Фурион. Ой, до свидания. Твою мать. Послал мне губашку с тобой. Леса, что ли? Нет, он... Да вон он тут на линии. Что, Тинкер, что? Подойди к крипам. Я тебя залечу. О. Так. Ну, с кем вы там деретесь? Пытаемся линию ПЛ. Пушить. Сейчас я их нанизу. УП у этого тоже линка, Магнуса. Держите их от себя. Это же, считай, практически ладно, целый этот... Рефрешер. Он опять говорит, что я бот, вот урод. Кто? Ты дебил, да, тупой, блядь. Вот ты. Да кто? Я понимаю, о чем он говорит, дебил. Это ты так сказал просто. Я с тобой повторяю. Ну, потому что ты дебил. Потому что ты дебил. Умственно отсталый. Ой, понял. Макрос есть реверс полярити. Воу. Фух, фух. Да у него нет просвета, можешь уходить. Но нам бы ты не помешал. Меня Леон в ульту зарядил, охренеть. Сейчас мы башню донесем тут. Блин, главное тамбу им не отдать. О-о-о! Да я тут тамбу запихнул. Ребят, крипов, чтобы отпушить. Ну-ка, подойди поближе к крипам, я тебя залечу. Давай, что ты мне тут объяснишь? Настоящего нету даже. Ну да, кто-то в меня и копьями наплевывает. Не, ну он на хайграунд настоящий. Подойдите ко мне вдвоем, я залечусь об вас. Не надо. У меня линка 8. Залечусь об вас, а не залечу вас. Мне не надо. Зачем мне тебя кинуть? Ну да, конечно, спасибо. Никто ко мне не хочет подходить полечиться. Вот подлечись об крипов, что-то. Брезгаешь ими. Жду никогда на порт. Некролит. Может трошник? Может трошник какой-то некромантавли. Можно, конечно, и Рошана забрать. Девять человек. Офигеть, у меня счет. 0-0-10. Нормально. Ах ты ж скотина. Все, изолятор есть. Я готов убивать. У меня есть изолятор. Просветку надо... сделали, гем. Блин. Гем кто-нибудь купит? Так, дайнга нету. Гема у Дарксира, кстати. Да? Да.
Вернее, их заебало, что я их ебу сильно. Нет, Регент просто так никто я ухожу. Не писал. Просто я ухожу в этот, в инвиз. Да, все ради тебя, чувак. Все да, ради тебя. Все ради меня. Ты еще дизелятор собрал, когда я его собирался собирать. Мне похуй, что ты собирался собирать. Действительно, командный игрок. О, блять, под тебя я никогда не буду подстраиваться. Ну и слава богу. Не умеешь просто. Сейчас они попробуют меня забрать. Бать, что за хуйня ползет ко мне? Некролитовская залупа из леса. О, некролитовская залупа пришла из леса. Ну ладно, там Дарксиргем, так что не будем быковать. Ты чё залупа моих крипов в лесу фармил? Бля, вот тварь. В своем лесу моих крипов фармил. Гаденыш вонючий. Я чё-то не вижу, что тут подписаны они. В смысле? Ну ты говоришь. Я их лес фармлю на протяжении... А, я имею в виду, думал ты про меня. Нет, я про некролита. Или это ты зафармил моих крипов? Нет, я в их лесу не фармлю, я в своем вангвард дофармлю его. А какой вангвард тут? В пятером зайти, одиной реверс полярить и пизда всем. Кстати, тебе хоть раз этот залетал? 12 человек. И ховер от Магнуса. Мне? Да. Нет. Я же ренджевик, зачем он аж мне сплэша не дает? Ну, а дополнительный урон не нужен? Ну, это Магнус так думает, что он же ренджевик, ему сплэша не дает. А дополнительный урон нахуя, у него вон, и так. Аж 200 урона. Блять, у всех линки, короче, они просто, по-моему, в шоке. Линка же и выйдет копье. Да? Бичи вонючие. У кого там гем, сука, был? У Дарксира. Вот он жирный. Да у меня хп мало. Сейчас заберу. А, не заберу. О, не Блин, мне не забрать гем. Выкину аквилу. Заберу гем. Ладно. Иду еще по фарму. Гем у да, тебя? Гем забр... Дебил, ебаный. Так и знал, что не надо от тебя будет отходить. Такой умный, я вижу. Горшкам дежурный. Кто взял гем? Тинкер. Тинкер. Слава богу. Ну за ним там ПЛ гонится. Пусть гонится. Настоящий, что ли? Блять, фура, просто подсвети мне его. А, не перелично. Чего? Здесь гем... лежит гем? Куда он его выложил? Гем на базе. А. Я думал, он его здесь выложил. Пугна с догоном, понятно. Крипла называется. Ну, они трипла, все верно. У некролита догон. Там, да. По идее, еще у Леона догон был. Они решили всех, короче, догон собрать против. Против хуй знает кого. Раз 40 секунд тычечку дать. Я Квиллу свою прострел кому-то отдал. О, ну, да, не только ранее. Инвиз на низу. Заберу, наверное. Забирай. Пойду Рошану убью. Ну, это иллюзия, че, блядь, толк. Кстати, реально, пойдемте Рошану заберем. Давайте. Вон, сет крутой, он сейчас 11 сильный. Рош, гол Рош. Ой, не выебывайся, а. Да. Я его заберу, блять, один, у меня просто это много времени займет. Фура, лети, кроши, вызывай пинков и активникам. Гоу. Ты услышали какой-нибудь голос? У кого? Нормальный голос, не выебывайся. Не, смешной. Я не понял, почему ты до сих пор не урошан. Потому что я... КД была. И на пеньки у меня тоже КД. Ну? Ай. Банаты, короче, сам потанчик. Крутые пинки с протол сделай. Да ты видишь, у меня нет, дурак. Мы их без прутов даже завалим. Лол, я чуть гем, я чуть не взял этот Аегис. Случайно миск этот клацнул на него. Клац. Шли на низ драться. Хоу.
Я вниз пошел, этот вниз идет. Я сказал драться, уёбок. А ты ушли там. У нас так все лайны отпущены. Ты можешь идти наверх, пока мы все внизу будем драться. Там правда, мы не все, понял. Потому что тут, блядь, Магнуса нет. Сука, лучше бы мне гем отдали. Гем наверху? Ой, это на базе. Надо Магнуса, где Магнус у нас? Где я вообще? Я не вижу себя. Драться, биться, блюдца. О, моя Аквила. Кто зачем чуваком моя Аквила? Сюда ходи. Все, давай, вон гем еще один гем. Давай я заберу. Давай я заберу, я толстый. Дай мне гем. У меня гем. Мне перекинь. Давай, иди сюда. Все, закинул? Да. Я сказал тебе наверх идти, почему, блядь, ты вверх еще не спушился? А потому что ПЛ был. От крипов только отпушился. Че, ты давай, его один слушай, боишься, что ли? Да. Я ПЛ что-то видел, чтобы он здесь умер, блядь, а не наверху. Так он переместился на низ. А ты почему не переместился сразу наверх, чтобы лайн потому снести? Что я сдох. А, так ты еще единственный, кто, блядь, сдох, ясно. Так потому что на меня все зарядили, я сам первый влез. Да? А то, что я специально давно в залупу кидался, чтобы Аегис разменять, это похуй, да? Да, конечно. Что фура достали? Че, конечно, ты видишь, блядь, Аегис у меня? Да всем насрать. Да. О, мне дали этот сплэш от Магнусяна. Да че ему надо? Блядь, что? Они стоят, тазики хуярят. Ну-ка, кто сюда ходи? Сюда ходи. О, бомжара, ты видел ли он мне ультанул в этот Blade Mail? Вот это было круто. Чё бомжара? Ультануть зелёно в Blade Mail. Ну разве нет лошара? Ну что, я выполнил твою мечту, я собрал МКБ, хотя против него оно нахуй не нужно против него. Ты доволен? А, да, давай, давай. Начинай мне задвигать, что этот МКБ бесполезен и сил. Он ни против кого не собирается. Все правильно. Ну вот почему бы против того, блять, кто собирается, не собрать крипы, например? Даже дешевле выйдет. Нет, столько же выйдет по цене. Все, я выиграл вам доту. Ты? 0-0-18. Ну да, клевый саппорт. Настоящий, блядь, саппорт. Конечно, больше всего отдался фура, выебывался только больше. Да иди ты в жопу, говнарь, тупой. Да нормально фура сыграл, что ты с этого гнобишь. Ух ты, он выебывается. Ты смотри, ему рарка на никса упала, которую ты хочешь. О! Что? Повезло тебе, чувак. Повезло. Рарочка. Ты должен говорить, повезло мне. Чувак. Мне тоже повезло. Итак, кидай ему трейд, кидай трейд уже. Да ладно, не буду убежать, пацана. Он за Никса клёво играет, постоянно отыгрывает. Какая разница, я тебе не дам все равно, я тебе ничего не должен. Много хочешь.